С утра на Деволановском спуске 11, где на днях рухнуло здание, работает строительная техника. Она разбирает завалы и разрушает оставшуюся часть строения. Кто именно проводит работы, на данный момент неизвестно. Почти неделю назад на Доволановском спуске прямо у моста к Ацебу произошло очередное, к сожалению, совершенно предсказуемое обрушение. У заброшенного дома, стоящего прямо у края моста, полностью отвалилась стена, завалив обломками выход с лестницы. Во время происшествия находившиеся там бездомные успели покинуть здание. Поскольку речь о восстановлении не идет сейчас, случайные свидетели фиксируют на телеграм-канале процесс полного демонтажа остатков здания.